Друзья, приветствую всех на канале Атамон Офлайф. Сегодня очередное коротенькое видео. Хочу вам рассказать о том, какой фитнес-зал я посещаю. Меня задавали такой вопрос под одним из видео. И вот хочу ответить. Этот фитнес-зал как раз-таки находится за мной. Я сейчас здесь позанимался и иду домой. И давайте я вам покажу, как он выглядит. Сейчас попробую переключить камеру. Нет, камеру я не могу переключить. Давайте сейчас тогда так отойду подальше. Этот спортивный зал находится недалеко от Бусбанхофа, город Леопольда. БГЦ, фитнес-клуб называется. Вот там горит свет. Сейчас занимается мой знакомый там. Он один остался. Работает круглосуточно, 24 часа в сутки. Вы получаете при регистрации небольшой чип. Этот чип сканируется, и в любое время можете туда пойти и позаниматься. Как сказал, находится это недалеко от Бусбанхофа. Бусбанхоф находится за мной, там стоит автобус, он красненький, свет горит. Так что все это рядом, все это близко, все это в центре. У нас идет еще на улице плюс дождь. Целый день сегодня дождь идет. По цене, по стоимости, давайте я сейчас пойду и буду вам рассказывать по стоимости. Стоимость фитнес-зала, месячная цена составляет 40 евро плюс 2,50 вы платите за воду. Там стоит автомат, где можно набирать воду. Трех видов: это простая штиль без газов, с газами, и холодная. Вот. За это вы платите еще 2,50, это включено в стоимость. И таким образом получается, что, смотрите, про воду рассказываю, написано Wasser, вода. Таким образом получается, что месячная стоимость фитнес-зала составляет 42 евро 50 центов. Плюс, когда вы первый раз записываетесь, вам нужно будет заплатить сумму, которая нужна при регистрации. Она составляет 110 евро на человека. И договор заключается минимально на 1 год. Если вам понравилось, вы можете... Точнее, он автоматически продлевается, этот договор. Если не понравилось, за 3 месяца до окончания договора вы можете отказаться и так называемый написать «ундибунг». Вот. Вот сам там фитнес-клуб, в который я хожу и занимаюсь. Мне очень нравится. Он небольшой, компактный. Много знакомых там появилось у меня. И сама шефиня там, Катрин Зайц, очень хорошая женщина. Если кто-то заинтересовался этим фитнес-клубом, можете написать мне комментарии. И я тогда свяжусь с шефиней, с Катрин. Мы договоримся о встрече. Если, конечно, вы проживаете в Апольде, либо где-то в ближайших селах небольших, да, можете сюда приезжать. Я свяжусь с Катрин, она назначит вам термин. Если плохо понимаете по-немецки еще, я могу сходить с вами, перевести в качестве переводчика. Это ничего не будет стоить для вас, не беспокойтесь, не переживайте. Абсолютно бесплатно для вас делаю, потому что мне нравится помогать людям. Это мое хобби, помогать людям. Вот. А если вам это видео понравилось, как всегда, ставим лайки, подписываемся на канал Атамон Офлайф. Желаем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих следующих видео и без бальт. Чус!